Всем привет! Вы на канале Киберлаб, и сегодня вы увидите, как я исправлял ошибку строителей, которые заложили в штробу всего один трехпроводный кабель, идущий к двум роллставням, тогда как нужно было проложить два таких кабеля, а также про недорогой Wi-Fi плюс RF 433 МГц блок управления роллставнями и подключение его к голосовому ассистенту Алиса. И если вам интересно, то прошу досмотреть это видео до конца. Я достраиваю свой дом, и у меня недавно на окнах первого этажа установили моторизированные роллставни. Для управления ими я приобрел на AliExpress Wi-Fi плюс 433 МГц переключатели от компании MAES. Называются они Smart Wi-Fi плюс RF Curtain Switch. В комплекте в коробочку вложена небольшая инструкция и два болтика для монтажа. Панель сделана из стекла, и на ней видны три сенсорные кнопки. Подключается модуль всего четырьмя проводами. Это линия 0 и управляющий сигнал открыть-закрыть. В инструкции нет упоминаний про работу блока с Яндекс-станцией Алиса, но, как потом оказалось, устройство прекрасно сопрягается с умной колонкой через приложение Tuya Smart. Давайте посмотрим, что там внутри. Блок управления состоит из двух плат. Внешняя плата — это Wi-Fi контроллер, приемник 433 МГц, три емкостные кнопки и две антенны. На второй плате, которая расположилась внутри корпуса, находятся винтовые разъемы для подключения проводов, два реле для управления моторами роллставни и блок питания. Соединены платы между собой обычным гребенчатым разъемом двухрядным шагом 2 мм. Возвращаю блок в изначальное состояние и подключаю к нему провода из-под розетника. Прикручиваю его к стене и защелкиваю на нем декоративную панель. Хотя прежде чем приступить к настройкам, я расскажу про подсветку. При дневном свете общую подсветку всех кнопок незаметно, но зато всегда ярко светится последняя нажатая кнопка. Перевести подсветку в ночной режим можно нажатием кнопки пауза. В полной темноте свечение всех клавиш очень комфортное и абсолютно не раздражает глаза. Теперь его можно настраивать. Открываем приложение Tuya Smart, добавляем новое устройство, ищем шторы, карнизы, Wi-Fi. Разрешаем геолокацию, подтверждаем Wi-Fi. После того, как приложение нашло устройство, осталось только переименовать его под ваши потребности. Проверяем. Все прекрасно работает. Для более широких возможностей управления роллставнями я приобрел пульт, работающий в радиодиапазоне 433 МГц. Для того, чтобы модуль запомнил кодовые команды с радиопульта, нужно нажать и удерживать требуемую кнопку на блоке управления до того момента, пока она не издаст одиночный сигнал и при этом индикатор начнет быстро мигать, после чего нужно нажать соответствующую кнопку на пульте дистанционного управления. Если переключатель запомнил этот код, то
что он переведет индикатор в постоянно светящийся режим. Все прописано, все работает. Для обнуления ранее записанного кода с пульта нужно нажать и удерживать кнопку блока управления в течение 10-15 секунд, до того момента, пока он не сдаст 3 раза звуковой сигнал, после чего код пульта будет стерт. Все, пульт стерт. Теперь расскажу о проблеме, с которой я столкнулся. Строители, которые занимались отделкой, несмотря на мои неоднократные напоминания, заложили всего один трехпроводный кабель для двух роллставней. А всплыл этот косяк только тогда, когда приехали установщики. Ну да ладно, подключу, думаю, я их параллельно. Но как оказалось, роллставни параллельно между собой соединять нельзя. Я, конечно, не поверил в это и решил проверить. В итоге чуть не спалил их. Проблема заключается в том, что моторы у роллставни имеют несколько обмоток, и все они взаимосвязаны между собой. И если подать управляющий ток на поднятие занавес, то на открытом конце клос, допустим, будет напряжение 220 вольт, которое начнет вращать роллставни в противоположную сторону. В итоге они останутся стоять на одном месте в заклиненном состоянии. Но ток при этом будет протекать через обмотки двигателя. В итоге это приведет к неисправности. Поиск по интернету результатов не дал. Наштробить стены я категорически не хотел, так как в доме сделана свежая покраска и смонтированы натяжные потолки. Пришлось напрячь мозг и придумать свое решение. Схему нарисовал в течение 2 минут, осталось только все собрать и проверить. Для реализации моей идеи понадобилось всего одно реле на 220 вольт с тремя группами контактов. Реле подключено, все поместилось в монтажную коробку, осталось только закрыть и проверить. Ах да, чуть не забыл, подключение к Алисе. Настройки приложения Яндекс. Добавляем устройство. Другое. Теперь поиском находим Smart. И обновить список устройств. Все. И все устройства синхронизируются с Алисой. Алиса, в каком состоянии окна? Шторы окна в гостиной закрыты. Шторы окна на кухне закрыты. Шторы окна в спальне закрыты. Сим, откройся. Окей, поехали. Закрою окно в гостиной. Окей, закрываю. Закрою окно в спальне. Окей, закрываем. Закрою окно в кухне, на кухне. Открою все окна. Окей, поехали. Сим, закройся. Окей, поехали.